Let the band play. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Бич, ник, скажи мне, что такое стиль. То, чего ты никогда не видел, сын. Йоу, чуваки, как сами? Эй, Виталик, салют. Сейчас, мэн, жду этого лохосяшу. И выезжаю. Салам всему Аламедину, чуваки. Давай бошки покурим. А чё у тебя есть бошки, мэн? Е, 140 BPM видео. Я постоянно думаю, чё это за чувак там сидит? Потом я догадался, это, наверное, Бирдус. Ты гей? Пиздатый вопрос, мэн. Чё-то вы, чуваки, нихуя интересного вообще не пишете. Давайте пообсуждаем чё-нибудь. Ну, только интересное. О, я могу кого-нибудь подключить. Какого-нибудь Васька. Смело. Кому только есть что сказать. Ес, Аня Федосеев, как сам, мэн. Сколько лет, сколько зим, блядь. Я же в зал начал ходить, мэн, ты чё, блядь. Давай, сейчас я посмотрю, кого тут можно подключить. Ну давай, самого первого. Нурсул, Нурскал, Нурскуал какой-то. Погнали, мэн. Эй, салам алейкум, братан. Оудж гэнг. Каждый день, дважды в день. Брат, как ты? Ты чё, твёрдый знак, мэн? Брат, когда в Москву приедешь? В Москву? Да. Ну, блядь, наверное, уже после Нового года, мэн. Всё, салют. Приезжай, братуха. Китай открыли, что ли? Чё ты, братан, подкачался, что ли? Да не, мэн, нихуя не подкачался. Я, наоборот, очень сильно просел. Но я, типа, сегодня даю эфир без футболки не потому, что я там, типа, бля, качок. Я, наоборот, бля, думал, чуть выёбываешься, думал, бля. Очень спортивным, я бы даже сказал. Ну чё ты, вот, брат, мы с Бишкека тоже, пацаны. В Москве учимся. Пацаны из Бишкека, всем салам, пацанам из Бишкека, блядь, пацаны из Бишкека рвутся, братан. В Москве. Помогай, братан. Пацаны, давайте, бля. Все, от души, братан, то, что подключил. Давайте, давайте. Подключим, давайте. Вот оказался нормальный чел из Москвы. Че там, кто следующий? О, Тима, Тима, погнали. Сколько лет, сколько зим. We got we. Йоу, Тима, как сам, чувак? Слышу, бля. Не слышу? Чё ты, как сам? Сейчас я колонки выключу в тачке, подожди. Давай. Сейчас. Все, ништяк. Бля, ну у меня... Чё ты как сам? Вот сижу, кушаю яблочко. Видишь, нахуй эти наркотики, короче. Я всё решил. Я жду. Забрасываем все это. Ганжа, я всё портит. Нахуй ганжу теперь. Только строй даты бери. Йоу, чуваки, батл рэп. Сука. Чё с планами на Новый год, кстати? На Новый год? Блять, есть одна движуха, но она, возможно, будет всратая, я еще не знаю. Но одна движуха... С чиллером, что ли? Что-то связанное с чиллером, блядь. Не знаю еще. Я думаю, чиллер сам, возможно, связан. Да ладно. Настолько все? Блять, вроде. Вот-вот, это все. Плака на пол. Так. Короче, бро. Слушай, давай на связи, у меня... Я тебе... Если ты приедешь на... Все. Ну, 100% будет. Праздновать что-нибудь придумаем. Все, тогда отлично, погнали, если что, ждем. Давай, давай. Все, давай. Давай. Ну и что, кто там следующий, чуваки? Кто там самый смелый? О. Давайте, самых первых. Кто самый первый поставил запрос, тот и того и подключаю.
О, Мэн. Е-е-е. Здорово, чувак. Как сам? Слушай, ты в Череповец-то приезжал, я вот все вашим-то писал, я тоже тут зачитываю. Кстати, из вашей тусовки. Тупали. Димону салам. Нас там еще киршик, все ваши Череповец. Да, тут вообще говнецо, блин, тут тусовки, срань полная. Я вон сам ездил в Питер, в Гриба... Я говорю, здесь тусовки полная, срань. В Череповце. Не сри свои тусовки. Нормально. Да я не из Череповца вообще, по идее. Я вот говорю, я в Питер гоняю, мы тут в Грибоедово тусили, там Димыч был, Дэн был, все были наши. Ну и что тебе понравилось? Больше, чем Череповцы? Туман, Димыч. Ну такое? Слушай. Череповец, ты че? Ну... Питер рулит, ты чё? Да, ну, скорее всего. А ты сам сейчас в Череповце сидишь? Я сейчас, да, тут сижу. Пока тут. Я надеюсь... У вас постоянно хуйнёй воняет, мэн. Есть такой завод, ебошит только так. Я подумал, ёбаный в рот, почему такая вонь, типа? Ну, блин, да, я на самом деле свалить уже пытаюсь в Питер. И я, блин, я... Никита Бошкин ходил, знаешь же Никиту Бошкина? Никита Бошкин? Типа, сколько ездили по городам, там, сям были, я ни разу не видел, чтобы он мылся, понимаешь? Жесть. Короче, Никита. Слушай, так чё... Давай. Передавай привет своим череповчанам. Все, обязательно. Сохрани эфир для души. Ну чё, кто следующий? Блять, охота какого-нибудь. Блять, вот Майлз Вейчик, что ли? Майлз Вейчик не хочу подключать. Миллион раз уже подключал Майлз Вейчика. О, какой-то MC Young Winter Safari. Погнали. Рэпера сейчас подключу, чуваки. Здорово, братишка. Здорово. Ну, рэпчагу заебаш. Рэпчагу? Да. Бля, ну это сложно. Какой жанр? Давай по жанрам. Блять, я же видел. Ёбаный в рот, давай. Чего? Бля, у меня, короче, с интернетом все херово это. Повтори еще раз, пожалуйста. Да, начинай. Так ё. Как он, Нью? Давай разъёбу. Шакила Нью? Есть текст про суп. Бля, братан, бля, серьезно, интернет хуёвый, но, бля, я сейчас зачитаю просто, что есть. Давай, мэн. Бля. О. Кстати, видели мой? Охуенно, Артур. Мой неодрагоноид ебало сносит. Тоже пай раз, меняет так раз. Моя дева как неодрагоноид. Твоя же сучка как гуманоид. Каждый ваш трек это мой эскиз. Если лижешь пизду, то пиздализ. Я Cool Winter Safari купил себе тру. И в съемном Кремле ебу твою сестру. Решил делать трэп, теперь я бог маркетинг. За мной бегают шестиклашки, рассказал им за петинг. Я как Шрангани начал курить траву, чтобы жечь мосты, научить этих детей дрифту. Вижу ваши потуги, мне уже смешно. Я же как Иисус сделал из-за хуйни вино. Что стоит мнение этих макрощелок, буду делать свою тему, пока не сдохну. Я врываюсь в твой дом, твои суки кричат о мой год. Надень маску и станешь мной, но ты палишь еблом. Мы контролируем игру на стиль тики-така. Мой трэп рилфреш, как орехи муската. Я зарядил глок, мы оккупируем тикток. Подписывайтесь на мой тикток, Хигарик МЦ. Нормально, бой. Нормально. Знаешь, типа я.
вышел, но снова забанил такого рэпера. Хуево, короче, ты был. Под этим особенно, ты пиздолиз. Красавчик. Респект. Респект. Ну чё, всё, давай. Вот, бля, жаль, что я только тебя хуёво сейчас услышал, но вообще респект, Артур, бля, красава, охуенно делаешь. Джикаджо, Джикаджо, респект передавай. Дательно, Я респект. Бишкек. Молдова, блядь. Молдова, я молдаванин сам. Реймину, блядь, плейблэку, нахуй. Молдова, респект. Респект, Молдова, блядь. Ладно, Артур, Артур, респект. Ну вот, нормальный чел, разъебал. Конечно, там были, типа, что-то сестра, не сестра. Я так не люблю, когда, блядь, 10 вот каких-то таких чуваков, типа, там, сестру, мать, отца. Это как-то чересчур, да? Но когда говорят, если ты лижешь пизду, то ты пиздолиз. Блядь, правдивее этого ничего не может быть, я вам отвечаю. Даже рэп диктатора на его фоне как нервно курит в сторонке, да? Против слов, если ты лижешь пизду, то ты пиздолиз. Так, ну давай, let's go, кто следующий? Бля, мистер Григорич, погнали. Это московский чел из команды А4. И, возможно, он сейчас... ну, не знаю, там, про свою какую-нибудь песню новую рассказывает. Йо-йо-йо, блядь, Арчи, брат. Грейк. А так сидим, братан. Ты на фоне, что ли, мэн? Ты где сидишь, ебать? Братан, это я у себя в городе. У меня тут такие персонажи бродят, ну его нахуй. Тут всем, пацанам. Так передай сам. Салют. Арчи, салют. Салют, мужики. Ну чё ты, Григорич, ты этот, помнишь, ты какой-то трек хотел-то пропиарить? Сейчас самое время, мэн, погнали. 28 числа, братан, 28 числа обязательно, когда вот все выйдет, блядь. Все будет просто шикарно, самые пиздатые треки, а потом еще, короче, весь январь буду, каждый четверг ее будет. Бля, так слушай, я ебал. Все, каждый четверг. Каждый четверг буду по треку въебывать. О-о-о. Это серьезно, мэн. А что у тебя? Абсолютно. Артур, что, на дачу топим, нет? Ей, я узнаю этого мэна, чел. Я узнаю. Григорий. Доктор просто. Салют, мужик. Я очень рад тебя видеть. Воспоминания о тебе будут жить пиздец вечно, мэн. До следующей встречи воспоминания будут жить. Скоро встретимся еще. А что ты в Москву? Когда после... Ты когда в Москву говоришь? Чё говоришь? Ты когда в Москву говоришь, приедешь? Блин, честно говоря, не знаю пока. Но я думаю после Нового года. У меня как раз там кое-какие делишки есть. Я поеду. Отметим Новый год. Чуваки, как всегда, блядь, по красоте. Да. Ну все, тогда будем на связи, короче. Давай. Связи. Всем пока. Бэч. Пока, давай. Давай, мэн. Так, что там, кто следующий? Кило, 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 возьми в OG. Кстати, чуваки, вы не должны даже проситься в OG. Если вы за OG, то вы и так в OG уже, типа. Здесь никакой особенно этой хуйни нет, что типа, вот, тебя как-то должны принять, там, блядь. Ты уже в OG, мэн, представляю OG, прямо здесь, прямо сейчас. Давай, Брагимха, ебать, это пиздец какой-то качок, чуваки. Подключаем спортсмена, сейчас много не пиздеть. Может, почистим? Не, пусть играет. Приятного пути, добро. Бля, вот я сразу видел, что серьезного чела подключаю. Ну что ты, как сам? Да все нормально, сам как? Ничего, пойдет. Что-то у тебя видосик завис, мужик. Сейчас, бро, поднимусь наверх. Артур. Слышу, но видосик
Какой завис, мужик? Я хотел насчет тебя, насчет Белого спросить. Он же в вашей этой секте. Белый — это мой кореш. Нормальный пацан. Хорошо читает, а что его так не видно? Ваши тусы. Что-то зависает. Я услышал только что-то. Нормальный пацан. Он, бля, да, я тебе скажу. Я пока еще не слышал человека, чтобы, типа, ну, блядь, хоть кто-то отзывался о нем плохо. Типа, все только хвалят этого пидора, блядь. Только я, ну, блядь, а что? А почему его рядом с вами не видно вообще? О, вот это пиздатый комментарий. Тебя Белый ищет, ты ему в душу насрал. Я ему всегда сру в душу, клянусь. Каждый раз, когда приезжаю в Бишкек, Белый, иди сюда и в душу насрать сразу. Ебать, вот эта девочка пиздец. Я ее видел на нашем концерте. Она почему-то постоянно дохуя выебывается. Посмотрим, как она будет выебываться сейчас. А она не может подключиться. Ха-ха-ха. Давайте следующего. Давай, Аманбаев. Аманбаев, чуваки, готовьтесь. Олайф! Оржин! Салам алейкум! Чё, как, братан? Когда тащишь на киргизский там Питер, заёбываешься, братан? Что-то не слышу тебя. Все же нормально работает. Чуваки, вы все нормально же видите? Ничего не зависает? Пиздоглазый Эскобар. Это, блядь, классика, нахуй. Мы россияне в стиле дрил. Кило, у меня фотка с тобой на странице в инсте перед Back to Beat. Я к тебе пришел, респекта. Ну, респект тоже, мэн, чё. Кило, OG, брат, здорово. Мэн, здорово. Ебать, у тебя причесон, блядь. Да, братан, забываю подстричься. Братан, сейчас мой друг зайдет, просто пиздец. Мы были, короче... На вашем концерте в Москве 140 выступали. Просто разъеб, братан. Просто разъеб. Прикольно было, да? Мне тоже в тот момент понравилось. Вообще, мы еще, короче, потом поехали в Питер. Я встретился с тобой у входа, когда в клуб Back to Beat, я с тобой сфоткался. Фотка на странице вообще бомба получилась. Просто, братан, виси там. Вообще, кайф. Ништяк. А ты что, рэпер вообще? Рэп, да, братан, короче, бля, вот у меня пару треков вышло. Я, короче, еще кидал заявку на слово Back to Beat в Москве. Mm-hmm. Вот, есть такой типок, ну, Хипс, по-любому шаришь. Как? Кто? Хипс. Хипс, ну, обзорщик, типа, батлы. Вот. Наверное, не знаю, мэн, честно говоря, типа, я вообще... Ну, вот. Я, ну, вот, короче... Есть один чувак такой... У него ник Drop Dead, по-моему. Он прикольно про всяких рэперов всякую хуйню, короче, говорит. Но это смешно иногда, прикольно. У него был такой, типа, стихи СТ даются сразу со смывающейся втулкой, понял? Это пизда, ты понял? Кайф, брат. Ну, причем просто гениальный, мэн. От души. Бля, братан, мы, короче, с другом смотрели батл против казахских флейв. Короче, просто... Откуда? Как ты просто Джикаджо так пальчиками отодвигаешь и просто разъебываешь просто лицо в лицо, блядь. Залетаю на бит. Бля, вообще это просто убил. Когда в Москве будете выступать? Тебя не слышно, брат. Yeah. Ништяк, мужик. В Москве. Ладно, давай, следующий. Все. Ну, скорее всего, уже после Нового.
общаться, похуй, гоу, общаться, Бигги, бро, погнали. У меня есть футболка Бигги. B-I-G, motherfucker. Так, где этот, блядь? Где этот Бигги? Где этот Бигги? Хули ты не предлагаешь Бигги, блядь, пообщаться сам? А, нет, вот предложил, погнали. Мы берем это на улице, где крошка. Улице, где крошка. Эй, как сам? Мы просто думали, как добиться твоего внимания от ноунейма. Просто Питер, бро. На связи, Бишкек. Как сам? А? Как сам, Игорь? Как сам, Игорь? Нормально, как сам. Мы, короче, думали, как завоевать твой эфир, короче. Начали спамить тебя, как сам. Охуенно, выглядишь в пиздато форме. Заебись, мэн, чиллер, а чиллер, а? OG Lifestyle? OG! Пойдем. Только я скажу, Богдан зовут? Бля, чё, тебя перестало быть слышно? Тебя вообще не слышно, бро. Эй, чиллер, ты чё-то за... Бля, я половину слышу, половину... Чё ты говоришь, чиллер, чё? Я говорю, ты зависаешь. Да, ты тоже зависаешь жестко. Это просто вот твоего фаната такой интернет. У твоих фанатов такой интернет, у всех почему-то странная хуйня. Тут просто... Пиши ему, Кто это? Короче, бро, отключайся, потому что, бля, у твоих фанатов безнадежный интернет. Давай, хоп. Рад был тебя видеть. Давай. И он крутится, вертится, и он крутится, вертится, и он крутится, мутится. Бля, кстати, чуваки, хочу вам сказать одну инфу. Я уже смотрел батл Макс Кири и Исла де Муэрта. Кто победил, я говорить, конечно же, не буду. Но Исла де Муэрта, как вот был лохом, так и остался лохом. А Макс Кири – бог ебаных батлов. Он просто вернул на 140 батлы, реально. Я никого там не вижу, блядь, ярче, чем Макс Кири. Макс Кири разъебет, короче, турнир. Давай, погнали. Михаил Гусак. Отличные наличные. Я трачу все наличные. Какого хуя? Кирпичи. Обезьяна чи-чи-чи. У меня миллиард. О, мэн! Салют, чувак. Блять, почему ребенка у меня нет даже в трансляции? Че, одни взрослые чуваки смотрят, что ли? Работающие. Ну че ты, мэн, как сам? Ой, лучше не спрашивай, все отлично. Откуда ты? С Мурманска. О, с Мурманска, откуда и Никита Бошкин? Бля, у меня с Мурманска и появилась в Питере. И они чё-чё такие, блядь, дельные. Типа все пределы делами зарабатывают. Типа пиздец такие движенцы, я в ахуе. Только отмороженные. Я бы прям не сказал отмороженные, но ребята такие, типа, не лоховатые, знаешь. А ты знаешь, что персонажи, как Lil Pussy Dead Boy, 5 на клан, 5-1, вся хуйня, он сейчас в OG Gang, знаешь такого? Блять, ты чё, не знаешь Pussy, что ли? Нет. Бля, пиздец. Ну ладно, а знаешь такого Шиш? Человек Шиш, знаешь такого рэпера? Ну. Ну и чё, чё можешь сказать за него? Чё он ходит там у себя в Мурманске? Ой, ты очень сильно лагаешь. Либо это интернет, либо я не знаю чё. Это чё, у меня...
Right, man. Короче, пиздавай к следующему. Я типа что-то посмотрел, пару батлов еще нарвать на битах, там кто там наши оппоненты, хуйменты там. И все такие просто фуфламицины. Короче, OG. Чуваки, а кто здесь стоит? Маленькая Пинченко, Пинченко, маленькая такая Пинченко. Она хочет яблочко, Пинченко. Маленькая Пинчи. Маленькая Пинчи, прости. Клава трясется.